Вот приезжаешь такой на дачу, да? А тут смотрите, какое объявление. Куплю радиодетали. Вот дача, то есть превращена в пункт приема радиодеталей. Вот из интересного, смотрите, ящик. Кукол говорит крутой, да? Но я ничего не понимаю. В остальном все вяло и пожухше. Пожухше. Минуты осени пора снимать. Даже клен завял. Но клен, по-моему, первым и вянет. Крапивка пошла на семена. И медь. Медь приехала на обжиг. Вот. В бочке теперь болото. Чтобы купать бегемота. Вот так. А да, колодец провалился. Хер знает, сколько там глубины. Дофига, да, надо закрыть чем-то. Чтобы не наступить самому, ничего хорошего не будет. Обжиг меди, меди обжиг. Не думал, что я его увижу когда-нибудь. Как горит, как коптит, пиздит. Пиздец. Какой цвет, смотрите, фиолетово-черный. А какой аромат? Вы себе не представляете, какой аромат. Букет ароматов. Every good. Very nice. Короче. Главное вовремя эту всю хрень тушить. Пушит пиздец. Это пиздец, конечно, полный. Тотальный пизда. Потом покажем, что произошло. А там, видите, синенькое по центру. Ладно, жарко тут. Пойду отседва. Действительно жарко. И так жаркий день. А так еще жарче. Вот. Смотрите, какие цвета. Смотрите, какой копоть идет. О, кайф. какая кайф, кайф, Вечный кайф. кайф. Аромат букет. Лучшие духи. Это пиздец, конечно. Вон она какая зато проявилась сбоку. Ладно, потом покажем, что получилось. Да. Наслушался где-то билиберды. Вот смотрите, какие провода лучше. Видите, какие? Офигеть, этот отсюга хрена горит в оплетке. Говно какое-то. Набрал какой-то параш. Хорошая медь. В оплетке. В несгораемой оплетке. Это ладно, а вот это просто не сгорает. Это сильно закручено. Поэтому долго прожарит. Да ладно. Аж не горит. Вот белая хрень, она не горит, короче. Это ладно, а эти не хотят. Они говорят, что они не хотят. Как с этой стороны показать вам? Вот.
Вот такие вот дела, да? И сбоку опять начала хренькает гореть ненужное. Ща надо тушить. Не, ну вот этот клубок не распутанный, конечно, он будет долго. Потому что он вообще завязан. Клубок один завязан друг на дружку. Получается металлоломная дача хмырей. Не хмырей, а самых высокоуважаемых людей в городе. Высокоуважаемых господ. Да. Из элитного клуба. Знатоков. Да. По всем вопросам. А то хмырей, хмырей. Знатоков по всем вопросам. Экспертов по всему. Ну все, догорает последний кусочек пластика. Что это вообще такое, я не пойму. Хоть факел делай. Карандаш тыкаешь, факел делаешь. А вот уже, обратите внимание, готовый продукт. Осталось ему только остыть. И будет чисто конкретный, распальцованный готовый продукт, кроме вот этой белой хрени. Вот это вот такая, да, она не горящие оплетки. Нахер она вообще здесь нужна, не понимаю. А, она в серебряный какой-то такой. Вообще хрень, да? Медь не вытащить из нее. Заморачиваться шибко долго. Оплетка отдельно стоит, но никто не будет заниматься. Я в Ригу вот был, смотрите, какой масштаб этого всего. Масштаб просто every good. Very nice. Good nice. Я не могу прям уйти, мне хочется смотреть. Огонь меня привлекает. Прям до последнего привлекает. Тем более тут тепло. Офигенно, вот дым, смотрите. Дым не буду показывать, ну его нафиг. Что это вообще за такое? Ладно, все. Добыча, добыча. Всем все платится. МММ прям проходит. Куплю жене сапоги. Нет, жене ничего не куплю. Жене ничего не куплю. Все себе куплю. Все себе куплю. Парламент. Да. Местный Кока-Кола. Местный Кока-Кола. Может, германский. Не германский. А нахер, она еще раз. Прикольный вкус. Конечно, у нас бодяж. А там нет. Чистый продукт. Драгоценность. Это какая-то хрень действительно оказалась. Ну, не похоже оно. Смотрите, какая вообще жирненькая, жирненькая есть, жирненькая. А есть вот такая плетененькая. О, плетененькая есть. А есть вообще плетененькая из кабелей каких-то высоковольтных. Вообще плетененькая. О, какая есть. Офигеть. Не встать. Самый важный процесс — это отбивание.
Самый важный. И еще немножко. Не заваривайся. Я почему-то не уверен, что вот эта медь. Она вся цветом, как серебро. Но это я вообще сомневаюсь, да, большой этой штуки. Билибердистика эти все. Билибердистика. Не веришь, что это медь, она какая-то блестящая. Что, тоже медь? Медь, видишь. Медь. Ну, у Жилинка масштаб побольше был. Ну, тонны, объемы. Как у Жилинку сжигал, помните? Видео 16-го года или 15-го. Там огромный костер где-то они в городе развели, накидали просто на дорожке. В водокачалке. Огромнейшую кучу. Раз, наверное, в 5-6 больше, да? То есть, там витой пара просто, да, было. От провайдера и той пары полный багажник машины авто выгрузили в Жилинке. Аж я в Жилинке в больнице лежит, болеет. Лил по липам.